Сейчас коротко о некоторых других событиях в нашей постоянной рубрике «Дайджест». Жителей Кунгура ожидают яркие выходные. 16 июля в городе пройдет День молодежи, который помешало провести погода еще 27 июня. Начнется череда развлечений фестивалем звукового давления и ретро-автомобилей на Соборной площади в 11 утра. По предварительным данным, в Кунгур приедут уже несколько десятков самых громких автомобилей со всего Пермского края. Затем у молодых людей появится возможность попробовать свои силы в исполнении различных спортивных упражнений уличного экстрима в массовом зрелище на спортивной площадке Street Workout в городском парке с 17 часов. В это же время на Соборной площади Кунгура пройдет фестиваль электронной музыки «Будущий звук». Завершит праздничный день самая яркая и веселая дискотека города – «Холли». Вновь в руках участников окажутся пакетики с яркой краской, которой в итоге будет покрыто все вокруг. Старт в 9 вечера. Главная цель праздника, отмечают организаторы, получить удовольствие и весело отдохнуть. Видеоотчет с развлекательных площадок города смотрите в ближайших выпусках программы «Город новостей». Пермский край на протяжении 3 лет подряд удерживает лидерство в качестве региона с высокой рождаемостью. По этому показателю регион занимает 1-е место во всем Приволжском федеральном округе и 15-е в России. 18 746 малышей появилось на свет с начала этого года. Мальчиков родилось немногим больше, чем девочек, сообщает пресс-служба администрации губернатора Пермского края. В детском оздоровительном лагере «Ермак» в юбилейный 5-й раз прошли соревнования среди юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо». Ребята показывали навыки управления двухколесным другом на этапе фигурное вождение велосипеда, оказывали первую медицинскую помощь, демонстрировали свои теоретические познания на этапах «Знатоки ПДД» и «Регулировщик». Всего в «Безопасном колесе» этого года приняли участие 7 команд. В итоге победила дружба. Это не последнее подобное мероприятие, поскольку вся смена в лагере посвящена ПДД. Юные инспекторы дорожного движения из первой школы ежедневно проводят различные мастер-классы, передают накопленные знания другим юным кунгурякам, отдыхающим здесь. По словам сотрудников ГИБДД, участвуя в подобных мероприятиях, школьники подают своим сверстникам хороший пример грамотного и безопасного поведения на дороге. Администрация Кунгура предлагает кунгурякам воспользоваться порталом госуслуг для комфортного решения проблем с документами. Благодаря порталу население Кунгура наряду с государственными может получить и 20 муниципальных услуг. Среди них – выдача разрешения на строительство, реконструкцию, предоставление в постоянное пользование, аренду, собственность земельных участков, выдача разрешения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов, предоставление путевок в места отдыха детей в каникулярное время, зачисление детей в первый класс и многие другие. Воспользоваться услугами портала легко. Достаточно зайти на сайт госуслуги.ру и зарегистрироваться в личном кабинете.